19 июня 2018 года, 21:40 специалисты Федерального управления по рыболовству и сохранению водных биоресурсов выпустили в бассейн реки Кубань 500 тысяч мальков русского осетра. Это второй этап трехлетней экологической программы Крымского моста. Ее цель – рост численности осетровых в акватории Азово-Черноморского бассейна. Вес каждого из выпущенных мальков составляет не менее 1,5 грамма. На лето 2019 года запланирована отправка на волю еще полумиллиона особей русского осетра.